Балет Джорджа Баланчина, по сути своей, принадлежит всему миру. Мы видели много версий этой работы на многих сценах, но нам представляется, что именно русская версия Большого театра, его артисты, художники сумели придать драгоценностям Баланчина свою особую русскую огранку. Мы по-настоящему счастливы участвовать в этой работе. Будем в который раз уже с наслаждением смотреть этот балет вместе со всем миром. Вообще стандарты у фонда Балчина очень высокие, и мы никогда не даем лицензию на проведение спектаклей различным труппам, которые не соответствуют этим стандартам. Но это первый раз как для фонда, так и для Большого театра фонд дал разрешение на прямую трансляцию этого балета во всем кинотеатрам по всему миру. Поэтому это важный шаг как и для фонда, так и для самого Большого театра.